мои дорогие, здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте. Сегодня я вас с собой взяла на праздник. Сегодня праздник у группы рыболов-охотник. Вот. И я тоже поехала, так как я являюсь мамой рыбаков и охотников, и женой рыбака. И я состою в этой группе. И поэтому я тоже здесь на празднике. Все, что будет происходить, я постараюсь вам заснять и показать. Ну что, мои дорогие, поехали! Так, вот я приехала на переправу. Ветер, правда. Не знаю, как будет слышно. Едем. Сейчас мы будем переправляться аж вот туда. На пароме едем. Такая хохма, первый раз в жизни заезжала на паром. Это вообще какой-то ужас. Сердце чуть не остановилось. Водитель-тормозитель. Водичка так красиво. Сейчас мы разворачиваемся. Это наша река Обь. Вот мы развернулись. Всем привет, привет, мои дорогие. Едем на Оби. И вот Витька мой на пароме стоит. Теплоход Москва у нас ходит. Ой, наверное, плохо видно. Я уже стою на переправе, жду, когда все переправятся. Мы переправляемся по очереди, потому что на переправу всегда очередь. Москва 15. А вон на той стороне, не видно, наверное, машины садятся. Да, здесь ничего не видно. Вот подъехал наш теплоход Москва 15. Он гуляет по реке Обь. Ну, в общем, такой прогулочный. Но только выходные. Суббота-воскресенье. Вон на той стороне машины садятся на... В общем, заезжают на паром. Вот на этот. Вот я жду, пока он сюда придет, этот паром. Так, этот поехал. А навстречу едет вон второй. Вот я его жду. Наверное, плохо видно. Ну, жду. Ура, ура! Все, приехала переправа. Начали все выезжать. И я сейчас поеду дальше. Это вот уже очередь выстроилась на ту переправу. Ну, туда переправиться, в город Нижневартовск. А наш уже едет. Так, ну вот мы приехали в эту деревню Скрябинку. Вот они все. Еще пока только начинается. Я пока поснимаю вам нашу северную деревню. Смотрите. О, там все в ромашках, в ромашках. Сейчас посмотрим. Это тоже, наверное, эти. Вот, смотрите, это что такое? Что за трава? Господи, я уже боюсь этого, как его, борщевика, как... огня. О, сколько крапивы! Это тоже все, смотрите. Такая типа база отдыха. Сейчас покажу вам печь, какая красивая. Ну, не то, что красивая, типа старинная. Наша база. Такая беседочка. Смотрите, какая печка. А-а-а, класс. Вот. Так. Сюда пошла... А, это тоже база, наверное. Вот это же база тут? А, администрация базы. Что-то дальше сейчас... А запах здесь... Вообще не представляю. Аромат. Здесь, наверное, какие-то животные. О, Господи. Даже музыка играет. Представляете, вон магнитофон стоит. В коровнике или в свинарнике, не знаю. Хоть бы не услышал YouTube. Сейчас я выключусь. Домики такие. О, коров мы можем наблюдать. Я даже не знала, что у нас можно на севере коров наблюдать. Ой, запах здесь. Елисейские поля. Этит кудрит. Не, эти поля, как их, куда мы приехали? Это Скрябинские поля.
вообще коровки. А там, наверное, люди живут. Вон, типа деревня же. Лошадки, коровки. Да мы ж мои хорошие. Да вы ж мои сладкие. Да вы ж мои золотые. Смотрите, вон там даже реку видно, обь. Видите, через которую мы переправлялись. Ой, поля, красота. Сегодня погода удалась вообще. Погода так и шепчет. Займи и не пей. Вот. На, класс. Ветер задувает. Ну, такая, скажем, деревня. И просто сделали такую, здесь, кто здесь люди живут, такую базу. О, а здесь что такое, даже не знаю. Давайте посмотрим. А здесь ничего, здесь, наверное, зимой кто-то живет, или коровы, или кто. О, ой, эти поля, как их? О, тоже, наверное, наши едут. Ой, смотрите, какой двухэтажный дом. Еще и пластиковые окна. Сколько здесь крапивы! Вот где можно набрать крапивы, чтобы голову мыть. Ох, ох, ох. Что ж я маленький. А вон наши едут с флагами. Наши. Наши едут все. О, молодцы! Наши. Все, сейчас все там будут. Ой, я вас знаете, куда привела? К хрюшкам. Сейчас я туда пойду. Все туда подъезжают, уже пипикают. О, смотрите, хру. Привет, хрюндлики. Привет, мои хорошие. Как ваши дела? Расскажите, мои хорошие. Как ваши дела? У вас все нормально? Ну расскажите мне, мои ж вы золотые, мои ж вы дорогие, а мои ж вы такой носик, такой классный мой. Ой, ты мой пирожок сладкий черный. Как тебя зовут? Черныш? Черныш, я хочу тебя познакомить со всеми своими друзьями. Ты хороший, Черныш. Ты не кинешься на меня? Ой, какая семейка у них. И рябыш, и белыш. И это тоже белый рябы, смотрите. А у того мордочка рябая. Смотрите. Ой. Ой. Так, надо мне назад идти. Потом еще, может, покажу. А вон видно машинку. Там наши стоят. Это я обошла. Так что пойду назад. Ну, мои вы золотые, мои вы хорошие, пока-пока. Вам скучно было, я с вами пообщалась. Мои вы хрюндлики золотые, ай вы мои сладкие пирожочки. Вон наши все с флагами. Собираются. Класс. Собирается. Витенька мой сладкий стоит, пирожок. И все сюда заходим. Ах, плохо видно. Это флаг их группы. Охота и рыбалка. Нижневартовск, ХМАУ. Так что... Еще подъехали с флагами. Это тоже наши. Все наши. О, все наши машинки, все с флагами, у всех наклеечки. Видите, у всех вот такие на машине наклейки. Нижневартовск, ХМАУ. О, все наши. Нижневартовск, ХМАУ. Все на праздник. Река.
смотрите, такая деревенька. Тоже наши, видите, со знаком. Как узнать группу рыбаков и охотников? Разбивается лагерь наш. Диджеи уже стоят. Все, ведущая будет. Машка, Машка, Машка! Машка! Смотрите, как хрюшка. Хрюндик какой. Ха-ха, покажу сейчас домик, какой здесь из дерева. Уважаемые гости, просьба по всем возникшим вопросам обращаться в администрацию до 11. В остальное время только в экстренных ситуациях по телефону. Смотрите, какая здесь печка классная. Вот знаете, вот деревенская такая, еще лежанки не хватает. Такие стулья дубовые. Ой, кто захочет спать, смотрите, какая комната. Ну, это такой вот, знаете, на день приехать, даже есть где прилечь, где отдохнуть. Два креслица, темно, правда. Кухонька. Этот, как его, смеситель российского производства. Микроволновка. Так, и тут еще есть два диванчика разложены. А вот где грубочка топится. Свет есть, есть. Классно. По-моему, сейчас дождь пойдет. Как же хорошо здесь. Музыка, музыкальный центр. Ну, такой, знаете, вот в деревне домики для отдыха. Вот у кого нет дачи, знаете, выехать. Вообще прекрасно. Такой. Здесь еще тоже можно поставить мебель. Почему-то у них не стоит. Дровишки печку топить. То есть классно. Дождь пошел. Так, я выхожу. Рыбаки, охотники, физкульт! Ура! Ура! Что вы слабенько так? Физкульт! Ура! Смотрите, ой, дождь начался, господи. Но здесь есть выход. Выход. Хоть бы медведя не встретить. Крики. О, люди, вы не поверите, я встретила, угадайте кого? Вождя. Владимир Ильич Ленин, перед лицом своих товарищей, торжественно клянусь и обещаю, мой ты дорогой, как бы я хотела тебя забрать к себе на дачу. Владимир Ильич, когда мне будет скучно, я бы с вами на даче пообщалась. Класс! О, мой Витька запищал. Класс! Владимир Ильич, я всем покажу, что вы здесь есть. Смотрите, дождик. Как же здесь клево, слушайте. Клево. Дождик начался. Ну ничего, не сахарные не растаем. Классно. Ладно, Владимир Ильич. О, все, кто помнит этого дядю, ставим пальчики вверх. Здесь уже началось развешивание флагов. Начались подготавливаться к шашлыкам, к празднику, диджеи, ведущие будут все это. Я не могу выложить в Ютубе, потому что боюсь, что Ютуб забанит. Выложу я это все в их группе. Ссылочку я оставлю внизу под видео на их группу. Если не получится на их группу, оставлю на свою ссылочку ВКонтакте. Можете посмотреть, будет очень весело. Конкурсы, розыгрыши. Ну, вообще, было очень интересно. Я думаю, вам понравится. Ну, все, всего хорошего, мои дорогие. Всем пока-пока.